Так, ну что ж, началась у нас игра Асик против Ломика. Смотрим. Пуш или стрельба? Ну, пока что пуш. 1-0. Ломик открывает счет. Или что, опять рестартик будет? Ну, давайте уже рестартик. Не, судя по всему, рестартик все-таки. Да, это не считается, пока пуш не тащит. Все в порядке. И вот так вот Ломик все-таки открылся полностью и смог задавить. 1-0. Вот так вот давит Ломик на соперника, это три уже раунда забирает подряд. Вот сейчас возможно будет 3-1. Так и есть. 3-2, Асик выходит вперед потихоньку. Ну как выходит вперед, пока что еще. Ну, вот и все, собственно. Хорошая голова. 5-2. Снова открывается. Неожиданно было для Асика. Шестой раунд забирает себе Ломик. Неудачно открылся, 6-3, не смог за спрей контролить. Снова спрей. Вот так вот примерно выглядит это со стороны Асика. Открывается Ломик и спокойно его убивает. 6-4, 10 раундов уже отыграли, 7-4. Осталось 4 раунда в этой половине. Довольно-таки быстро даже игра проходит. Почитает ЭМ-ку на сломик. Ну, собственно, как и Асик тоже с ЭМ-очкой. Ну, даже с невыгодной позиции, вот полностью открытым, Ломик сейчас набирает раунды. Не хочет с калаша стрелять. Ну, не хватило немножко. 8-6. За Асиком. Ну, а какая красивая голова. 9-6. Снова Ломик открылся и поставил голову. 3 раунда всего преимущества. Не так и много. Можно сравнять. Ну что, Асик? Сможешь или нет? Нет, 10-6. Еще 6 раундов надо набрать Ломику. Ну, пока Асик сопротивляется и борется. Ну, очень трудно. Мне кажется, подостыл немножко Асик. Против Бакера более как-то уверенно себя показывал. Да, вот Асик сыграл против Панды, потом против Баффи и долго не играл. Двенадцать-девять тем временем счет. Не хочет Ломик стрелять с калаша ни в какую. Ну, собственно, как и Асик, тоже с калаша не так-то и хочет он стрелять.
Хоть он и более убойный, но МК точнее будет. 13 раундов. Еще 3, чтобы победить. Ну, мне кажется, тут уже все понятно. Возможно, у Васика другое мнение на этот счет. 10-14. В пользу ломика. Оба игрока открылись, и кто будет тут? Ну, ломик все-таки в своем стиле продолжает набирать раунды. Ну что, 4 подряд до ничьей. 3 подряд до ничьей. Давай, Асик. Посмотрим допы. Ну, сейчас шальная голова залетит, и, собственно, это все. Ошибаться вообще не нравится. Любая ошибка и поражение. Ну вот и шальная голова. Ну не такая шальная, но... Ну что ж, ломик и здесь смог, открывшись полностью, победить.